Всем привет! Приветствуем жителей Минска, а также жителей других городов Беларуси. У нас открылся новый магазин рядом с железнодорожным вокзалом. Очень легко к нам добраться, а сейчас покажем как. Пойдемте вместе с нами. Если вы приезжаете на поезде или электричке, то на выходе из центрального вокзала вам надо идти в правую сторону, вон туда. Там будет торговый центр «Галилео». Это большой торгово-развлекательный центр, где располагаются разные магазины, а также фудкорт и кинотеатр. За этим центром находится автовокзал «Центральный», куда приезжают автобусы из разных уголков Беларуси. Нам кажется, что расположение нашего магазина просто идеальное для вас. Для посетителей нашего магазина есть паркинг на 6-м этаже, где каждые 4 часа стоит всего лишь 2 рубля. Ну что, готовы ехать? А сейчас расскажем, как же нас найти. Есть два варианта. От главного входа, немного левее, там будет отдельный спуск к нашему магазину. Это цокольный или нулевой этаж. Смело спускайтесь вниз, и вы попадете в мир прекрасных тканей. Смотрите, как у нас красиво. Здесь панорамное окно, через которое уже видно, сколько тканей есть в этом магазине. Проходите дальше, не задерживайтесь. Выделяйте достаточно времени, потому что здесь вы точно потеряетесь. А второй вариант, как добраться до нашего магазина из торгового центра, это просто спуститься на лифте на 0-й этаж. Возле лифтов вас приветствует наша афиша, так что вам точно нужно к нам зайти. На этих лифтах есть кнопочка 0, это 0-й этаж, а также надпись «Декабай». Вы точно ничего не перепутаете. Нажимайте и выходите в наше пространство. Из лифта сразу направо, и вот мы, прекрасный мир тканей. Магазин работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Отличная возможность что-то купить и успеть на поезд. Обязательно приезжайте, мы очень вас ждем.